В далеком 91-м, ради того, чтобы заработать денег на свой первый фильм, он был готов на все. Он даже согласился стать подопытным в опасных медицинских экспериментах. Желтый дружок, синий дружок. И, похоже, они не прошли бесследно. Скорее, это нечто. Аминь. 45-й день рождения заслуженного маньяка киноиндустрии. Скоро будешь рыдать и умолять. Сразу два его фильма. Все началось сначала. За один вечер. Ничто не остановит нас. 45. Таких мужиков, как он, встретишь нечасто. С днем рождения, Роберт.